Студенты среднеспециальных учебных заведений ежегодно встречаются в спортивном зале многопрофильного колледжа, чтобы помериться силами в настольном теннисе. Первенство города началось с выступления женских команд. Многопрофильный колледж представил сразу две команды. Это первые соревнования по настольному теннису, которые проводятся в зачет городской спартакиады средних и высших учебных заведений. Сильнейшие игроки команд девушек и юношек отбираются именно через эти соревнования. Лучшими теннисистками оказались девушки из медицинского колледжа. Второе место заняли студентки многопрофильного колледжа «Команда-1». Третье место досталось также многопрофильному колледжу, только второй команде. А вот юноши медицинского колледжа в командном первенстве по настольному теннису заняли второе место. Ребята из многопрофильного колледжа, напротив, оказались на вершине пьедестала. Третьими стали спортсмены КИУТа. По итогам командного и личного первенства будут отбираться студенты, которые примут участие в областных соревнованиях.